Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года. Как этот период повлияет на каждый знак зодиака? В 2022 году Меркурий 4 раза будет ретроградным, замедляя процессы в разных сферах жизни. Однако у него есть не только минусы, но и плюсы. Первые ретроградные каникулы Меркурия начнутся в январе в обители Водолея. Каковы его особенности и влияние на представителей зодиака? Меркурий начнет свое обратное движение из Водолея в знак Козерога, став символом возвращения к старому. Это время консерваторов, а попытка пойти непроторенными путями в этот период будет затруднена, как и продвижение чего-то нового и неординарного. С другой стороны, появляется дополнительный шанс привлечь к себе внимание с помощью яркого творчества, эксцентричного поведения или нетривиальной внешности. Такая цель будет достигнута, ибо любые отклонения от нормы в этот период станут более заметны. Плюсы и минусы ретроградного Меркурия в Водолее в 2022 году. Удача в поиске ошибок в расчетах и документах. Более быстрое разоблачение лжи. Обратимость процессов, связанных с реформами. Низкий уровень адаптации к новым условиям и коллективам. Критичное отношение к нестандартным взглядам, идущим вразрез с общепринятым мнением. Невозможность эффективно планировать и прогнозировать свое будущее. Влияние зимнего ретроградного Меркурия на знаки зодиака. Овну не стоит отправляться в дальнюю поездку или путешествие туда, где он никогда не был прежде. За далекими горизонтами его подстерегают самые непредсказуемые повороты. Телец будет удачлив в денежных делах и бизнесе, если в этот период сократит свои расходы. Сберегательная сумма или открытие накопительного счета в этот период станет магнитом для привлечения прибыли в будущем, который только будет расти, как снежный ком. Близнецы ощутят прилив оптимизма, многие проблемы отойдут на второй план. Период удачен для тех, кто ищет выход из сложной ситуации. Раки могут использовать магию влияния ретро-Меркурия для поиска решения давних проблем со здоровьем. Благоприятна диагностика или начало лечения любых заболеваний в этот период. Лев сможет усвоить большие объемы информации и блеснуть своими знаниями там, где необходимо. Аспект соединения Меркурия с Солнцем с 23 января только удвоит силу интеллекта. Дева. Пригодится опыт прошлого. Привычные сферы и проработанные методы сулят прибыль и благо, а все новые и неизведанные – риски и убытки. Весам обеспечен успех в самовыражении с помощью внешности, имиджа и стиля. Результат посещения парикмахерских и салонов красоты будет более долгосрочен. Покупки в виде стильной одежды и аксессуаров станут магнитами для привлечения поклонников в будущем. Скорпионы. Будет самым удачливым в поиске информации и денег. Вероятно, поступление долгожданных новостей, предложений и переводов. С 29 января соединение Меркурия с проницательным Плутоном приоткрывает доступ к чужим тайнам и секретам. Стрелец может привлечь к себе внимание, но не только своими достоинствами, но и конфузами. Чтобы не попасть в неловкое положение, стоит более тщательно готовиться к выходу в свет, выступлению на публике, презентации, экзамену, собеседованию. Козерог может укрепить и зафиксировать отношения с друзьями, деловыми партнерами или возлюбленным, если в этот период посвятят больше времени для гармоничного общения с ними. И наоборот, конфликты и расставания затруднят налаживание связи в будущем. Водолей. Водолей ждет период вдохновения, весьма плодотворный для исследований науки, творчества и искусства. Однако слишком необычные идеи будут сложнее продвинуть массы. Рыбы временно получат ключи от закрытых дверей и сердец. Период благоприятен для обольщения недоступной личности, примирения с врагом, обращения к вышестоящим лицам и подачи заявлений в официальные инстанции. И этот период, по-своему, каждому знаку зодиака дает свои шансы и плюсы. Не упустите этот период, использовать его по максимуму для себя.